Я вот как бы осуждаю. То есть это война, это какой-то, ну и природа, то есть в этом правит. То есть природа в этом участна, как бы Бог в этом участен. Но я считаю, что на самом деле для, то есть когда прекратятся войны, и когда действительно каждый будет готов отвечать за свой день, но снести ответственность за каждый свой день. То есть если ты сегодня день прожил без какой-то маленькой победы над собой, над своим характером, над ленью своей. То есть если ты не действительно ничего не сделал, как бы в этом дне, в сегодняшнем своем дне что-то полезное, хорошее и яркое, то тебе захочется войны. Ты должен это понимать, что если ты как бы ленишься, если ты не работаешь над собой, не развиваешься, то ты рано или поздно захочешь этой войны, захочешь поссориться с соседом, ты захочешь увидеть что-то негативное в другом, потому что ты сам собой недоволен изо дня в день. И вот это недовольство собой изо дня в день, оно приходит воинам. Вот те, как бы, которые стоят над этим, над этой войной, они тоже недовольны собой. Это тоже люди, которые, да, они как бы богатые, да, они сильные, властные, они, ну, достигли там как бы каких-то вершин, но они тоже недовольны собой. То есть это нужно понимать, что те, кто стоит над войной, и те, кто вершит эту войну, это группа недовольных людей.